Комитет гумилёблимущества 17 и 24 июля проведет аукционные торги. 17 июля в Рещице будет выставлен на продажу комплекс зданий общей площадью около 5000 квадратных метров. 24 июля в Гомеле на улице Могилевской к продаже предлагается комплекс зданий автозаправочной станции площадью более 200 квадратных метров. Также в областном центре на улице Братьев Лизюковых продается комплекс зданий площадью более 1000 квадратных метров. Это административное здание, склады и гаражи. Комплекс зданий, состоящий из помещения склада и мойки автомашин, предлагается приобрести в Мозыре. Площадь свыше 200 квадратных метров. В деревне Уборская Рудня Лельчицкого района можно купить здание фельдшерско-акушерского пункта площадью 155 квадратных метров. В этом же районе, в агрогородке Ударное, на торги выставлено здание магазина, площадь 800 квадратных метров. Документы принимаются в комитете гумилёблимущества по адресу Гомель, проспект Ленина, 3, кабинет 412. Подробности можно найти на сайте комитета или получить по номерам телефонов в Гомеле 70 38 49 или 70 36 43.